Секьюрика Москва. Крупнейшая в России выставка технических средств охраны и безопасности. Небывалый поток гостей. Насыщенная деловая программа. 15 тысяч квадратных метров экспозиции и более 300 компаний из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Кореи и Тайваня с самыми свежими решениями в профильной сфере. Компания «Имлайт» традиционно представила новинки оборудования для построения систем музыкальной трансляции и аварийного оповещения, торговых марок «Вектор», «Вольта», «ДСППА», а также оборудование для конференц-систем марки «Гансин». Но прежде всего, впервые показала широкому кругу пользователей главную премьеру года – портфеле Public Address – линейку продуктов «Невод». Важно, что это не демообразцы. Все новинки уже есть на складах «Имлайт». В частности, хотелось бы отметить шестизонные микшер-усилители, которые используются для музыкальной трансляции на разных родах объектов. Функциональные возможности этого усилителя, помимо выбора зон непосредственно на усилителе мощности, вы можете использовать до 6 выносных микрофонных консолей, где также можете выбирать источник аудиосигнала, либо зону, в которую транслировать. Это очень удобно. Не так много подобных продуктов на сегодняшнем рынке в России. «Невод» — это также и дискуссионные системы с большим потенциалом для российского рынка. Русскоязычный интерфейс, широкий функционал и привлекательный дизайн. Взрослые системы, но в бюджетном сегменте. Смотрю конференц-систему, потому что иногда появляются задачи, связанные с этим, но поскольку вот они редко и появляются, задачи, хотелось бы познакомиться, может быть, системе более широко и понять, на чем их строить, каким образом их проектировать и как воплощать, собственно, в жизнь. Запрос-то, собственно говоря, какой? Заказчик сейчас старается найти максимально дешевые, но в то же время по-прежнему эффективные решения. Линейка оборудования «Невод» обещает расти, собирая в свои сети самое актуальное и востребованное. В этом году «Невод» пополнится интересными громкоговорителями, а также матричным усилителем, прототип которого можно было оценить на выставке «Секьюрика Москва-2024». Матричный усилитель – это 6 усилителей в одном корпусе и независимо работающие. 6 усилителей по 120 Вт и 6 усилителей по 240 Вт. Те, к кому я обращаюсь, они прекрасно понимают, о чем идет речь, и многие ждут этот усилитель. Также управление этим усилителем позволяется дистанционное, то есть либо с консоли, либо с программного обеспечения. Уважаемые партнеры, пользуясь случаем, хочу предложить вам присылать нам ваши задачи, того, чего вам не хватает в функционале, в приборах. Совместно мы можем сделать очень хороший продукт, который будет востребован на рынке. У компании «Имлайт» уже есть успешный опыт запуска уникальных продуктов с современным функционалом и особой надежностью. Речь, конечно, о бренде «Вектор». В модельном ряду «Вектора» тоже в этом году появились и появляются новинки. В частности, на сегодняшней выставке есть образцы усилителей мощности класса D. Проверили, протестировали в полевых условиях. Отлично себя чувствуют, отлично себя ведут усилители, поэтому обратите внимание, есть на что посмотреть. Мне, например, нравится система оповещения здешней «Имлайт». Мы монтировали на объект, и заказчик до сих пор доволен, и проблем вообще нет. Поэтому мне компания нравится ваша. И вот новые приборы, я вижу, у вас достаточно интересные. Совсем скоро в линейке оборудования «Вектор» появятся микшеры-усилители класса D с дополнительным функционалом, модуль аварийных сообщений, таймер, Wi-Fi-плеер. Полный ассортимент оборудования Public Address и готовые решения для ваших проектов можно найти в каталоге на нашем сайте.